Старшее поколение алмазной столицы на практике доказало, что учиться никогда не поздно. Народный актив провел для мирнинских ветеранов мастер-класс по расписыванию разделочной доски. В течение нескольких часов Елена Праздничных помогала пожилым людям реализовывать задумки на нестандартном холсте. Участники самостоятельно выбирали цветовую гамму и продумывали эскиз. А после с помощью красок и кистей украшали доски цветами, ягодами, народными орнаментами. Мероприятие для пожилых людей провели в рамках программы «Активное долголетие 60+.»